специально приезжал, рассказывает разные такие страшные истории, как наши футболисты везде, в Москве, в Киеве, в Беларуси, в Нью-Йорке, и везде объявления на столбах, нету счастья в личной жизни, иди к нам в кружок учить кабалу, у тебя все будет хорошо. Нет бизнеса у тебя, иди к нам кабалу учить, все у тебя получится. Вот любимые люди на этом начинают зарабатывать. Обычные простые люди, вот они здесь вот живут, берется уже у них там. Баты белые для воды стоят. И никто не кричит, и никто не, да, не бьет себя по лбу в грудь, что я знаю все вот эти вот тайные вещи.